Духовой оркестр, любящие родственники и соседи, большой плакат с символичной надписью. Именно это увидела Прасковья Беспалова, когда вышла из своего дома. Повод особый. Труженица тыла из Чистополя празднует вековой юбилей. Такой сюрприз для своей бабушки подготовили дети, внуки и правнуки. Очень хорошо. Спасибо за все это. Поздравить бабушку приехали артисты культурно-досугового центра «Восток». Они исполнили песни военных лет, которые напоминали юбилярши о ее молодости. Как призналась Прасковья Ивановна, даже спустя столько лет она до сих пор вспоминает себя той девчонкой, которая работала конюхом, чтобы прокормить фронт и семью. Ни картошки не было, ни муки не было. Суп был из одного щавеля. Ничего, один шавель. Утром встали, у нас ни ведра, ни чугуна. Ни кастрюльки, ни ложки, ни чашки, нет ничего. Принести воды, ни попить, ни умыться, нечем. Пошла в соседки за 25 рублей ведерко с привезлом деревянной купила. Вот ни с чем воду принести. Несмотря на свой почтенный возраст, Прасковья Беспалова любит активный труд, движение, общение с семьей. Наша героиня – богатая мама и бабушка. Вместе с мужем они воспитали 9 детей. Подрастает и молодое поколение – 21 внук, 36 правнуков и 1 праправнук. Всем она рада. И погода хорошая. Всем снохом она рада. Все у ней дочки. Зятья, все сыночки. Ни с кем, ни с одним, вот сколько нас есть, ни с одним не было у нас скандала в нашей семье. И между нами у нас вот мир, дружба и любовь.